Ребята, мы впервые в жизни на отпуске. Аспара! Это наш хаус. Бичевский какой-то. Да нормальный. Полина отдыхает, но работает. А сейчас мы узнаем непосредственно у Полины, как здесь ей живется. Тук-тук-тук, водичку будете? Да-да, проходите. Проходите, пожалуйста. Я вас так ждала. Давай, я заново, подожди. Сейчас не получается, мы так сильно устали, что мы ничего не можем. Мы придумали такую штуку. Антон приходит ко мне типа вок и задает вопросы. Поехали. Вот. Полина, правда, что вы здесь моете свои руки и ноги? Да, конечно, кто же их так не моет? Так делают все богатые люди. Откуда узнаю? Ты думаешь, я первая в поколении, кто богатая? Да видно же. Но кроме ванны, здесь есть тоже еще кое-что большое. И посередине это кровать. Welcome to Island Escape. Escape? Выход. Пошел отсюда. Подождите, подождите. Что вы здесь смотрите? А ну, малыш, давай. Попробуй отгадай. Ну, давайте продолжим рум-тур, что ли. Так, тут у меня ванна. Вот осральня. Ничем не примечательная, душек для попы тоже имеется. Тут-то умывальня, и тут-то душевальня. Антон. Да нет, нет, не буду я это надевать, так, нет. С кем на отдыхе? Горячая и страстная фея, мечта всех мужчин. Я, по-моему, кровать снес. И давайте по традиции послушаем звуки Таиланда. А мы вообще говорили, что мы в Таиланде? Нет. Но... Мы в Таиланде. Давайте послушаем. Давай. Когда наконец-то нашла умиротворение. Чувствуешь отдых? Чувствую. Где чувствуешь отдых? В попе чувствую очень горячо. Ну, в общем, в таких условиях мы будем жить 10 дней. Теперь у нас план. Идем кушать и на пляж. Мыть попу. Ой-ой-ой-ой. Антон боится шлепнуться отсюда. Ребята, вы знаете, иногда человек никогда не ездил на отдых и не знает, как себя вести на отдыхе. И вот с дуру можно взять даже вот такую хрень. Я никогда не ел лобстера, я не знаю, что это такое и почему он такой большой. Но выглядит очень красиво. И очень по-богатому. А эти усики, ну посмотрите. На вкус, как креветка с курицей. Мне кайфово. Я думаю, у каждого из вас есть песня или сцена в фильме, которая ассоциируется с началом лучшего лета, окончанием школы или другими яркими моментами жизни. И с тех пор, как я активно путешествую, постоянно переезжаю, для меня особенно важно создавать больше таких воспоминашек и приятных ассоциаций с домом, важными мелочами и событиями прошлого. Это кофейня, куда я ходила каждый день, любимое колесо обозрения или кинотеатр под открытым небом. Города вокруг меня могут меняться, но мой собственный теплый ламповый тонны воспоминаний всегда рядом, благодаря Плюс Сити. Ой, только не делайте вид, что впервые слышите о мобильной игре от Яндекс Плюса. Хотя игр там больше одной, но об этом попозже. Так вот, Плюс Сити объединяет музыку, Кинопоиск, Букмейт и другие сервисы Яндекса в игру по строительству и развитию собственного городка. Спокойно, никто на стройку тебя не отправит. Но потрудиться в реале придется. Ага. Хотя, можно ли считать прослушивание музыки и просмотров сериалов работой? А я вам скажу, можно. Ведь именно благодаря этим действиям в Яндекс Музыке, Кинопоиске ты прокачиваешь соответствующие домики в игре. То есть твои действия в реальности влияет на развитие виртуального города. Ну все, мальчики и девочки, мой прокрастинатор ликует. Посмотрите, что я понастроила за месяц. Это причем еще до весеннего обновления было. А с ним в игру добавили новые квесты, персонажи и постройки. Мой любимчик этого апдейта — это рак диджитальщик Егор. Егор! А-ха! Каждый домик, каждый житель в игре — это приятная отсылка, которую поймет любой, кто сидит в интернете дольше, чем вчера. И выглядит все так привлекательно, глаз не оторвать. Ну и вы тоже присоединяйтесь и скачивайте Плюс Сити по ссылке в описании. Смотрите, что у меня еще с собой есть. Это укулеле. У меня уже были попытки научиться играть на ней. Всем привет. Это влог про то, как я учусь. Точнее, я уже умею играть на укулеле. Вот так. Ну, получилось не очень. Так что сегодня я решила, раз я в Тае, тут такая вот гавайская атмосфера, почему бы не поучиться снова? По-моему, это супер вайб, то, что здесь надо. Все, можешь смывать.
Ах ты, пат. Так, ну давай, с чего мы начинаем? Смотри, представь, что ты в руке держишь... Яблоко. Ты мне это уже 3 раза говорил, каждый раз, когда ты меня пытался научить, ты мне говорил про яблоко, и этим все заканчивалось. Нет, давай, давай, давай не яблоко. Страусиное яйцо. Хорошо. Вот так, пожамкай его. Ага. Зачем ты жамкаешь оно в скорлупе? Берешь ее и дальше. Понятно? Да. Да. Класс, все, поздравляю. Берем аккорд. Один, самый простой, самый начинающий. АМ называется. Ам, ам, ам-ням, знаешь? Ам. Я не настолько тупая. Вот так вот. Высовываешь палец и так. Мне кажется. Белый снег. И просто будешь сегодня учиться вот так делать. Класс. Все. А я думала, я быстрее научусь. Смотри, смотри. Ай. Молодец. Почти молодец. Не та сторона. Ну, неплохо. Ну и нехорошо. Это оказалось чуть-чуть сложнее, чем я ожидала. Я решила, что буду учиться играть на укулеле по чуть-чуть каждый день. И в конце видео покажу, что вышло. Так и аплодисментом. Все, дальше я покажу, как я же голос сел. Дальше я покажу, как я играю в подвале. И мне кидают все по деньги. Дальше я покажу, как я уже научилась. Good morning. Сегодня мы едем на Пхукет в торговый центр гулять, покупать всякие штуки. Вообще, мы живем сейчас на острове, и для того, чтобы добраться до Пхукета, нам нужно ехать на лодочке. Я в Гуччи. Вот мы пришли за покупочками, приехали. Гуччи. А что у тебя нос красный, бухала? А сгорела. У тебя, короче, от очков прям следы такие. А, да? Да. Ну вот мы приехали за сувенирами. Но тут очень дорогие сувениры, мы идем дешевые сувениры. Мы зашли в супермаркет, чтобы купить кучу снеков, чтобы с вами вместе попробовать, что тут есть интересного. Смотрите, какая штука колючая. Больно? Очень больно. Попробуй, попробуй. О боже, как же это больно. Мне даже нравится. I'm sorry. Я папку толкнул рюкзаком по лицу. Стыдно. Do you know who is writing in this ear? Антон весь год учил английский язык. Твои успехи. Бурундуков, какашки. Я вырубаю. А возвращаться домой мы будем на вот такой вот лодке. Пакетами супер небезопасно выглядит. Лодка перевешивает на правую сторону. Мы можем утонуть. Боже. Мы дома. Мы живы, не утонули. И вот сколько всего мы привезли. Сейчас покажу вам мини-анпакинг. Во-первых, мы купили дофигища снеков, которые мы покажем вам попозже. Все попробуем. Надеюсь, не обдрищимся. Во-вторых, я купила себе такой вот милый комплект из рубашки и шортиков. Вот так вот. Так вот пляжно, красиво. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. Следующая вещь очень важная. Мне очень это было надо. Мы взяли вот такие наборы для песка, чтобы строить замок. Я об этом мечтала. Короче, я придумала такую тему. Мы с Антоном построим песчаный домик. И потом скинем вам в телеграм-канал, чтобы выбрали, у кого лучше, у кого будет хуже, тот жрет сухого таракана. Пока что, вот пока еще никто не ел, ставьте ставки, кто будет жрать. Ставьте ставки, кто будет срать. Сафонов на кассу. Я планировала купить себе одни солнцезащитные очки, но... Actually, здесь их... 1, 2... Я стала нищебродкой. Это раз. Вау! Жаба давила покупать. Вау! Это очки Антона. Вау. Такая тортила.
За это слово не понятно? Тортила? Тортила. А что? Черепаха тортила. Да, а черепаха тортила. Торчила. Это три. Что это? Кто это? Я не знаю. Это что за богатая леди? Барби. Очки Барби, бля! Ну, бля. Бля. Всем пока, богатая тетя пошла спать. Я стала нищебродкой. Итак, сейчас я вам покажу, чему я научилась за 2 дня игры на укулеле. И я еще сгорела. Если что, я учила песню Билли Айлиш, Белли Эйк. Это было сложно и до сих пор не идеально, но я вам показываю промежуточный результат. Чуть-чуть мажу. Талантливо, талантливо. Где мой кокос? Спасибо. Кайф. Хей-бау! О, но! Хей-бау! А в глазах каждый день океан бескрайний! Скажи честно, это ты сперла ракушку моря? Да! Ракушку моря? Сердце моря! А сердце моря? Я вообще-то скромная на самом деле, да, реально тихо. Не дикая пошла только что ловить рыбу руками. А на море белый. Сегодня мы проснулись в 5 утра, чтобы на закате, на рассвете, сделать фотографии. Я уже встала, солнца еще нет. Какого черта? Мы фотографы, мы блогеры, мы не отдыхаем никогда. Work, 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 work. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вон оно, солнце! Wake up, wake up, wake up. Эта фотосессия, кажется, была провальная, потому что я очень голодная. Рассвет какой-то белый, некрасивый. Берег засранный, грязный. Я наступила на какого-то ежа, проткнула себе ногу. Я зря проснулась в 5 утра. Все очень плохо. Если там все-таки есть хоть одна удачная фотография, слава богам! Фу, ребят. Да, походу я буду выкладывать вот эти фото. Узбеки кушают. Узбеки кушают. Сейчас мы будем пробовать сладости, которые мы накупили. Давай начнем с вот этого. Таби, какой-то ядерный снековый микс. Он не сладенький. Японией пахнет. Ой-ой-ой, я понял, что это. Как на картинке. Но рыбно. На вкус как закуска к пиву. А это какая-то яйца дракона. Ты слышишь, там что-то тикает. Там что-то внутри есть. А, там орех. Вкусно, лайк, я буду это есть. Попить газировка с сиреневым виноградом. Можешь еще раз? Не можешь? Нет. Пахнет виноградом, очень вкусно. Ну, газированный виноградный кисель. Он такой почему-то все вот такое скользкое, да? Киселеобразное. Да. Вкусно. Но вкусно. Бабл ти в железной банке? Вау! По идее, это бабл ти. А ты видела, чтобы бабл ти были в банках? Ну, это, скорее всего, просто милк ти. А, нет, бабл тоже. Тут есть бабл. А как это пить? Как солонку. Солонку на язык. Знаешь? Вот так вот. Все вырезали этот момент. Ну, молочный чай, но баблы там, а трубочки у нас нет. Я достану. Не пролезь. Баблы выглядят вот так. Чайни, они невкусные. Они как будто, знаешь, тараканов кушаешь. Какой-то желатин. Угу. Не очень. Чайни, мы такое пить не будем. Тайские чипсы Лейс с чили кальмаром. Жареный Сквидвард? Да. Это жареный Сквидвард.
Пока что на картинке выглядит не очень. Пахнет морским и острым. Фу! Это, знаешь, вот теми морепродукты, которые прям ненавидишь на запах, пропавшие. Давай. Нет, нет, фу. Она на вкус как кальмары сушеные, мойва, все рыбное такое, еще и чуть-чуть пропало. Просрочка из Китая такая вот крутая. Сушеная клубника в подносе. Снова клубника. Это тебе. Это мне. Выглядит немножко как какашка. Классно, что мы решили в Таиланде попробовать турецкую сладость. Да? Да. Я не хочу это есть. Я тоже. Это выглядит как какашки тролля. Она у меня аппетитная. Это желешки. Да? Да. Не. Не мое. Но это что-то должно быть интересненькое. Ядерные рыбные палочки с ралочки. Это что-то рыбное. И слипшееся. Пахнет очень рыбно, очень. На вкус как пиво. И острое. Оно острое. Как же острое. Но мне нравится. Оно крутое. Оно на вкус как просто кальмар, но максимально острое. Я ставлю лайк. Что это за паровоз здесь у меня тут? Кукурузное что-то с пиццей. Это взяла Антон, сказал, что нужно обязательно попробовать. Вот этот чел на всем тайском находится. Типа это их тайский аниме-персонаж, я не знаю. Это со вкусом пиццы. На, открой карточку. Покемоны! Вот такие карточки у меня попались. Вау! Красиво очень. Прикольные! Прикинь, это коллекционные. Вот такие карточки нам попались. Дай пробовать. Тут кукурузный снэк. А, он сладкий и со вкусом пиццы. Очень насыщенный вкус. Как, знаете, палочки детские вот эти вот кукурузные? Да, кукурузная палочка с приправой. Со вкусом пиццы. Это самое странное, что я пробовал, наверное. 6 из 10. Жвачка кимчина BTC. Это знаешь, зачем я купил? Зачем? Чтобы попробовать на вкус рот чинина. Вот чинин, и он, короче, или чингук, я не шарю. И мы попробуем, это же он по-любому их ест, и мы поймем, насколько у него вкусно во рту. Вау! Что ты придумал? Зеленая. Такая большая жвачка. Потому что у рот чинина тоже большой. Напоминает Шрека. Я? Это будто, знаешь, вот есть Шрек на болоте, и он ест жвачку ментоловую, но она болотная. Я не понимаю, ты про жвачку или про меня, сейчас? Про жвачку. А-а-а. Болотная ментоловая, такой мой вердикт. Ну, скажу так, я бы с чимином не сосался. Я тоже. Или чингук. Напишите в комментариях. Закрой хлебало, еще раз говорю, про BTS. 2 из 10. BTS. Рот порвать, лолипап, взрыв, бабах. Это последняя штука. Какие-то супер взрывающиеся конфеты. Нет, это леденец. Леденец. Мы что, будем вдвоем? Один леденец есть? Да. Как сверху тебе? Вкусно арбузно, но я не люблю арбуз. Вот только еще не высыпай. Да ты что, Дамиан? Дай мне микрофон. Типичная конфета из детства. У нас такие были всегда. Ну, вкусненько. Ну вот и все. Подошел наш мукбанг к концу. Надеюсь, вам было вкусно. Я сейчас блевану. Слишком много всего разного. Вообще разного. Пишите в комментариях, что пробовали вы, может быть. Я поняла. Это надо вот так вот облизать и потом макать. Ты гений. Вот, это вот так должно быть. Мне не дали попробовать. Да. Заглотаешь. Я его очень хочу. На, соси. Надеюсь, вам было не противно смотреть на нас. Ты думаешь, ты самая умная? Так вот, засунь себе свой ум. Сегодня мы приехали на супер чистый, мягкий пляж, чтобы построить песчаный замок. Я об этом очень давно мечтала. И тут просто идеальный песок, идеальная чистая вода. Прям все как надо. Кстати, забыл сказать, мы будем соревноваться, у кого замок будет круче. А кто проиграет, тот жрет таракана. Классно я придумала, да? У нас тут имеется ведерко, всякие приспособления, чтобы копать и грабить. Вот грабли. И немножко фигурок. Let's go строить замок! Итак, вот что у меня вышло. Такой вот замок и целый огромный город с инфраструктурой. Иди в жопу, ты видишь тараканы. И вот замок Антона, вот такой вот. У меня защита от всяких гоблинов, чтобы они не напали. Например, меня. Это у меня озеро, видишь, все.
Вау, хопа, и его нет. Ладно, у тебя не так уж и плохо, у него даже есть вот тут лестница. Это лестница, вау, чтобы купаться. Смотри, вау, хопа. Секунд на 5 можно покупаться. Да, так плюнь, и потом в дно. Да. Вот тут Сквидвард живет. Да, вау, да, вау. Да, видишь, вау, не сдувается. Да, вау. Сейчас я отправлю вам эти фотки в телеграм-канал, чтобы вы выбрали, чей замок лучше и чей хуже, тот жрет таракана. На самом деле было очень весело, и у Антона тоже очень хорошо получилось. Пишите в комментариях хэштег «Антон молодец». Да. И, конечно, хэштег «Полина лучше». Лето, солнце, жара, лето, солнце, жара. Доброе утро. Сегодня мы едем, наверное, на один из самых красивых островов в Таиланде. Это Пхи-Пхи. Настроение отличное, очень жарко, очень печет, поэтому у нас тут... О, я готова. Сейчас посмотрим ожидания и реальность. Нас заставили надеть жилетки зачем-то. Приплыли. Короче, нас не привезли в Пхи-Пхи, нас привезли просто на какой-то остров, от которого отправляются уже на какие-то красивые места. Но у нас тут очень мало времени, поэтому мы никуда не успеваем и никуда не попадаем. Но зато здесь есть клоуны. Вот, пожалуйста. Ладно, сфоткай хотя бы с клоуном, что давай. Ли. Давай. Это я вот. Красный просто покрасился. Здорово, клоун дырявый. Мы поняли, это остров рынка. Мы решили поэтому прибарахлиться здесь. Вот. Слушай, а тебе идет. Are you Filipinos or not? Ой, это же тай-дай. Это тай-дай. Вот это тай-дай. Вот оно, настоящее тай-дай. Тай-дай. Дай-тай. Тай-дай. Тай-дай. Ладно, мы все-таки нашли пляж, и кажется, он красивый. Смотрите. Вау. Мы купили кокосики. Я был в Анапе. Сейчас будет СМР. Каждый почувствовал сейчас вкус моего кокоса. В голове лучше звучало. Мы вчера с Антоном строили замок на спор, и вы вот проголосовали, чей лучше. Ура, снова Полина лучше. Как неудивительно. И как хорошо, что мы решили, что проигравший будет пробовать таракана. Вот как раз мы приехали на рынок, где можно такое покушать. Очень вкусно, деликатесы. А вот сейчас ходить по рынку и говорить вот так вот. Do you have? А? Мы ходим уже полчаса по жаре, по солнцепеку, обошли второй рынок, и тут ничего нет. Я только спрашиваю, а у вас есть тараканчик? Вот такой, хотя бы один. Они такие, чё? Что? Как, что? Нет! На-на-на-на-на! Ребята, мы нашли китайский рынок, и тут куча всего всякого. И мы нашли! Ура! 2 часа искали, ребята, 2 часа. Давай, вот это. Ты какой вот это? Вот это, или вот это, или вон то. Сука, сука. Thank you. Я взял 2 штучки, чтобы ты тоже попробовала. Не, давай, Антон, надо по-честному. Играем по-честному. Ты проиграл, умей проигрывать. Какой твердый. Ты серьезно так боишься? Очень. Представь, что это попкорн. Нормально, вот. Ничего такого. Она просто хрустит и растечется, и все. Ты не уйдешь отсюда, пока это не съешь. Давай. Фу, она воняет. Давай. Давай. А давай, вот давай, давай. Я не буду глотать, потому что я это выкакаю потом. Я просто ам-ам-ам сделаю так. Хорошо, только ты должен прожевать 4 раза. Да, да, потом можешь выплюнуть. Антон обливался тут. Ты можешь хотя бы аккуратно плюнуть куда-нибудь, обдристался вокруг. Ну как тебе? Очень вкусно, больше никогда есть такое не буду. На что похоже? Сначала было похоже на чипсы из-за соевого соуса, из-за того, что оно хрустящее. Я такой, знаешь, как у нас насекомые протухали, когда у Блефара у нас вот кушал, и у нас иногда жуки умирали, и воняло. Помнишь, сильно-сильно? Вот так? Еще сильнее, в раза 10, именно на вкус. А потом я там наблевал его там на стену. Там вот куски бургера валяются. Вон, видишь, по дереву стекает. Антон обливал всю улицу. Ну все, всем пока. Подожди. Сегодня последнее утро и завтрак. Что ты жжешь? Смотри, мои щеки. Кушаю хорошо.
Сплю хорошо, отдыхаю хорошо. Мне тоже нравится еда местная. Сегодня у нас дубль два попытки поехать на Пхи-Пхи в красивое место. Как оказалось, мы все-таки были на Пхи-Пхи, просто это не то Пхи-Пхи, которое показывают на фотографиях в интернете. Can I Пхи-Пхи? Yes, you can. Can I Пхи-Пхи? Yes, you can. Can I Пхи-Пхи? Мы арендовали частную лодку. Выживем мы или нет? Вот в чем вопрос. Сейчас нас повезут на Майю Бэй, мы будем там гулять, снорклить. Я не знаю, что это. Ну, наверное, нас будут башкой окунать так вот. Вон у нас, смотри, на рыбок. Я надеюсь, мои тапочки не расклеятся от воды. О-о-о. Это я, это кокос. Это Майя Бэй. Песок похож на муку, она такая же мягкая. Потрогай пальчиками. Песочек. Реально, а что он такой классный? Он такой мягкий. Слушай, слушай, если песок такой мягкий, то водичка-то какая райская будет. Пойдем. Как мягко. Какова красота. Вот это жизнь. Вот это жизнь. Мы еще пойдем снорклить. Это значит... Аллилуйя. Да. Но тут единственный минус, купаться нельзя. Сразу свистят, а вот в итоге девочки имба. На детей ругаться нельзя, их можно только топить. Это та же Майя Бич, только чуть-чуть с другой стороны. Нам дали вот эти штуки, и теперь ныряй. Все, ты готов нырять? Да. Что изучают днище. Как днище? Нормально. У тебя водоросли на голове. Это волосы. А, теперь моя очередь. Кто проживает на дне океана? Трубку убери, просто трубку убери. Are you okay? Yes. Очень красиво, но очень страшно. Мне очень страшно. Я буду... Я видела рыбок и кораллов. Дворники работают, водичка льет ку-ку. Итак, сегодня последний вечер в Таиланде. И мы решили с Антоном, что раз я училась играть на укулеле, то надо уже как-то вот сыграть что-то полноценное. И поэтому я буду играть, а Антон сейчас будет петь. My friends are far in the back of my car. Laser bodies. Вместе, 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 вместе. Where's my mind? Maybe she'll be when I leave my lover. What is this fancy way? Вот и подошел к концу наш отпуск. Я научилась играть на укулеле, видела кораллов, ела лобстеров и просто кайфово отдохнула. Ставьте лайки и подписывайтесь. Я пою, ты давай, играешь. Давай. Раз, два, три. Густа мариванами, густасту. Густа мариванами, густасту. Густа мариванами, густасту. Густа мариванами. Всем пока. Пока.